Брат... Вот у меня такой вопрос. Когда вы последний раз пробовали наркотики или вообще пробовали вы их? Я пробовал наркотики, да. Но я не пробовал тяжелые. Я, зная себя, очень боялся умереть. Вот. Вообще, наркотик, давайте расшифруем, что это такое. Это значит, что ты от чего-то зависим. То есть ты без чего-то не можешь. Если ты не можешь без любимой игрушки или там машинки, любимой мерседесика, это тоже наркотик. Поэтому наркотики нас окружают, и мы пробуем их всегда. Но надо от них отказываться, чтобы не быть рабом.